Поезд так и не тронулся. Так, нужно было лететь на самолет. Что ж, раз ничего не поделаешь, отправлюсь завтракать с другими пассажирами. Так, что нужно? Отправиться в вагон на ресторан. Что мы здесь можем чем-то? Во, усища наши будем. Так, помадка. Благодарю мои усы, абсолютно симметричные. Да. Так, что это такое? Так, самые лучшие щипцы для завивки усов. Та ты шо, у них даже блядь, какие щипцы есть для усов. Ну все, по-любому себе отращу. Криса, давайте наберем 1 000 000 лайков и отращу себе такие усища. Так, расческа для украшения самых непослушных волосков. Так, все. Да, я понял. Рули нутс. Так, все. Выходим. Не помню, поздоровался я с вами, не поздоровался, всех, кто смотрит. Да, всех приветствую. На прохождение третьей части убийства в Восточном экспрессе. Доброе утро. Доброе утро, месье Мишель. Доброе утро, сэр. Прошу попробовать наш особый завтрак в вагоне-ресторане. Хорошо, сейчас попробуем. Только нужно подзюрить немножко. Так, ага. Дзюрить ты не хочешь. Да ты гребаный терминатор. Просто помноженный на вечность. Так, выйти нельзя? Нельзя. Эта задержка невыносима. Мне нужно демонстрировать Ференце в Париже через пару дней, да? Моя дочь сказала, что это самый простой способ путешествования. Садишься на поезд и едешь. Так, демонстрейшн, где мое место? Где мое место? Скажите, пожалуйста. Ага, вот оно. Так, нет сил говорить об этом. Бонжур. Доброе утро, мадам. Этот снег не кстати, да? Я русская, я привыкла к снегу. А, арчиха. Водка балалайка. Вы очень проницательный, месье Пуаро, верно? А я должен быть, имею честь общаться с княгиней Драгомировой. Сейчас мы уже не вспоминаем эти былых титулах. Мой муж, мое прошлое. Так, сталинисты меня решили всего. Когда они исчезли, я стала директором антикварного музея, чтобы возродить и сохранить то, что осталось от истории моей страны. И все же задержка наверняка неприятна. Тем на встрече, с кем я опаздываю, придется подождать. На их месте так бы и поступил. Бы невероятно счастлив с вами познакомиться. Оруа. Так. Прекрасная пианино. Какая роскошь. Жаль, что здесь никому на нем играть. Так давай я сыграю, я убью. О, здорово. Мадемуазель, вас не беспокоит, что поезд не трогается? Что же тут поделаешь, верно? От рвох он с места не сдвинется. Вы очень сильны духом, раз сохраните спокойствие. Есть кое-кто и посильнее, кто же? Например, та пожилая дама. Вы, вероятно, ее заметили. Ей достаточно шевельнуть мизинцем и высказать вежливую просьбу, и весь поезд бросится. То же самое сказать о моем друге месье Буке, но лишь потому, что он директор этого направления, но не за то, что он выдающегося характера. Сильная воля не нужна тем, у кого есть власть. Но подозреваю, вам это уже известно, мистер Бэтмен. Называй меня Бэтмен. Ой, я с тобой не хочу разговаривать. Вкусный шоколад был, конечно, вчера. Ну ладно, давай. Доброе утро. Доброе утро, месье Фошер. Вижу, у вас уже есть посетители. Да. Мне приходилось подавать напитки и завтрак. Без конца жаловался, что поезд встал. Будто я могу выйти наружу и толкнуть его. Еще рановато. Пожалуйста, сейчас самый подходящий коктейль, верно? Джин. Так, но, пожалуй, не к завтраку. Думаю, ограничусь омлетом. Удачи, сэр. Мисс Нильсон помогает обслуживать
Вагон-ресторан, да? Вот это омлет, я, конечно, сейчас бы не отказался. Где наша мадмуазель-кондитер? Может, она нам сделает омлет? И долго мы еще будем здесь торчать? Нет смысла жаловаться на это. Тот усатый господин... Что-то там, экскюзима, да? Месье Бук попросил вас присоединиться к нему в купе 203. 203. Послушайте, Поро, вы можете чем-нибудь с нами поделиться? Только тем, что снег не сойдет с путей сам. Это понятно, но вы явно пользуетесь авторитетом. Я как раз иду к нему, обязательно спрошу, если есть у него какая-то информация. А чё у тебя с лицом, братан? Брился, да? Неудачно порезался, понял. Так, ладно, возвращаемся к месье Буку. Это, конечно, знаешь, у нас там уже ждет, но для тех, кто, кажется, смотрит игру в первый раз и не видел фильм, то пусть для вас это будет сюрприз. Хотя очень сильно хочется заспойлерить это все. Так, 203 номер, месье Бук. Мой дорогой друг, проходите. Вы нам нужны. Что случилось? Пассажир погиб в своей постели. Его зарезали. Пассажир? Который? Сюда. Американец по фамилии Рэтчет. Его камердинер переживал, что мистер Рэтчет пришел там на ужин, да, по-моему? Проводник решил вскрыть дверь и первым увидел его. Ясно. Что же, друг мой, думаю, лучше ничего не трогать. И дождаться прибытия полиции. Я пытался вызвать ее, но на километр вокруг нет ни одной вышки сотовой связи. Из-за снега мы сможем застрять здесь надолго. А убийца среди нас в позе. Чем быстрее мы его найдем, тем раньше избавимся от угрозы. Доктор Константин уже осматривает тело. Этого мне... Без билетника ловить, нужно следовать протоколу. Давайте подождем, пока полиция не оградит место преступления. Прошу вас, Поро. Я возьму всю ответственность на себя. Бук, выходите. Что же, раз мы все равно не можем ни с кем связаться, ох, я сойду с вами с ума. Признаю, этот случай меня интригует. Я только полчаса назад думал о том, что мне придется мучиться от скуки до тех пор, пока мы не... Двинемся дальше, но теперь появилась проблема, которую я могу решить. Значит, вы согласны? Так, можете поручить мне это дело. Хорошо, давай заходим. Давай смотреть. Мистер Пуаро, я доктор Константин. Скажите, доктор, вы судебно-медицинский эксперт? Нет, но я ассистировал при аутопсиях, где я преподаю. Я слышал об этом превосходном что-то там, я не намерен проводить полноосмотр. Но предварительный осмотр может быть полезен. Разумеется, позвольте мне взглянуть. Конечно, если вам понадобится помощь, я буду рядом. Так, медбрат, врач, медицинский эксперт, да? Как я говорил, ребят, я могу не успевать все читать. Нет? Тоже нет? Погоди, но врач, да? Погоди. Бельгийц. Думай, порокнеец. Во. Так, я снова прав, да? Ты всегда прав. Так, давай осмотрим. Давай осмотрим. Как видите, жертве нанесли множественные колевые раны, хотя несколько хватило. Да, согласен. На редкость жестокое нападение. Разумеется, я подготовлю полный отчет о своих заключениях. Благодарю. Нужно сделать снимки. Так. Часы сломались, стрелки, соответственно, час 15 ночи.
Можно предположить, что именно в это время и было совершено нападение. Так, окей. Давай смотреть. Телефон разбили намеренно. Так, а можно навестись на пушку? Во. Так, вчера месье Ричи говорил, что готов защитить себя. Ясно, что он имел в виду. Он знал, что ему грозит опасность, и готовился. Но это ему не помогло. Лучше не трогать его до приезда полиции. Так, давайте отодвинемся. Давайте отодвинемся, еще посмотрим. Так, уверен, внутри меня ждет что-то интересное. Так, хорошо, хорошо. Вот еще что-то есть. Банана. Может, это принадлежало Ричету? Сразу миньоны, да, вспомнилось? Про банана. Так, ты кто? Так, платок, на котором вышита буква H. Х. Буква Х. Аж. Так, все, мы все осмотрели. Либо не все. Вроде бы все. Так, что здесь? Кейся, да? Интересно, что на этой фотографии? Это Кися или это Белочка? Либо Кися, либо Белочка. Не, Кися, по-любому Кися. Так, восстановить фотографию. Кися. Кися. Так. Мур-мур-мур-мурка. Где у нас ушко тут? Так. А я могу крутить? Нет, не могу. А почему не могу? Крыться, почему не могу крутить фотографии? Вот самое интересное, вот ушко, видите? Вот так сюда и надо, да? Или нет? Так, да, соединили. Я так понимаю, оно должно быть как-то вот таким вот образом, правильно? По идее. Только почему лапки перевернутые? Вот это, как говорится, вот хороший вопрос, ребятушки, ребятулечки. Так. Но это по-любому где-то должно быть. О, вот так вот. Значит, мы все правильно с вами делаем. Хотя нет, вроде, да? Либо да. Либо да, либо нет. Так. А, вращать R, да? Да ты шо, ребята, я не заметил сразу. Во. Ну тогда сейчас сделаем все. Сейчас все будет супер. Супер. Я просто сразу не заметил, что здесь можно вращать фотографию. Так, давай сюда. Давай сюда. Где наше ушко? А вот и наше ушко. Во, все правильно. Теперь все сходится. Теперь, кажется, все сходится. Так, только куда? Ага, вот это вот сюда. Так, отлично. Ну, ножки у нас по-любому здесь. Вторые ножки у нас по-любому здесь. Это туловище. Во. Так, это мы переворачиваем. Хорошо. Та ты шулях вообще. За Дейзи. Занятно. Так. Изи было тогда. Если бы я не заметил, что можно вращать, я, наверное, так бы... Так бы, наверное, пиво прикрутил бы этот снимок. Так. Выяснить ли, если у доктора Константина алиби, чтобы выяснить... Так. Прояснить картину, нужно проверить, есть ли у доктора алиби. Давай проверим.
Это ты его убил, падла старая. По глазам вижу, ты. Где алиби? Алиби где? Не, это так походу не работает. Так, что это такое? Это таблеточки. Бочка со снотворным. Угу, окей. Так. Куда мог отправиться убийца? Это дверь купе 204. С этой стороны она не закрыта на шиколдом. Так, давай смотреть. Этим утром выпал совсем немного снега. Так. Если бы он выпрыгнул из окна, он бы оставил бы следы. Так, ночь убийства, связь жертвы и зацепки. Жертва холод. Так, ночь убийства. Простите, доктор, но мне придется задать вам несколько вопросов. Конечно, я не думал, что вы исключите меня из списка подозреваемых. Скажите, где вы были прошлой ночью? Мы делим купе в 101 номере. Он безумно говорил о своем любимом поезде. Я несколько часов слушал о Восточном экспрессе. Я уверен, мой друг Бук подтвердит это. Так, связь жертвой. Вы знали убитого? Нет, я видел его вчера вечером за ужином, но не обратил на него особого внимания. Вы трогали здесь что-нибудь этим утром? Я проверил пульс убитого. Его сердце не билось. Тело было холодным на ощупь, больше ничего не трогал. Что вы можете рассказать мне о убитом? Он погиб от нескольких колотых ран разной глубины, нанесенных под разными углами. Двух было достаточно, чтобы убить. Время смерти, по моим предположениям, между полночью и 2 часами ночи. Возможно, я смогу позже сказать чуть-чуть поточнее, правильно? Наверное. Ну, либо я додумываю слова, так что... Как бы привыкайте. Арчи такой. Полагаю, открытое окно все усложняет, верно? Так, условия здесь далеки от идеальных. Хорошо. Спасибо за помощь, доктор. Так, давайте смотреть, что мы еще упустили с вами. Так, откройте сейф. Угу. И какой пароль может быть? Ну. Ну, навряд ли. Так. Давай нажмем сюда. Так, осмотреть место преступления. Откройте сейф. Нужно открыть сейф в купе. Там могут быть важные сведения. Хорошо, пароль-то какой? Так, осмотреть предметы 12 и 17, ага. Окей, нужно еще 5 предметов осмотреть. Надеюсь, здесь будет пароль. Так, открыть. Смотрим. Не, сначала вот сюда хочу, да. Так, Алиса брела по лесу, где росло 1000 цветов. Она сорвала 10 цветов, сделала букет. Вдруг букет превратился в бабочку, и цветы на земле начали разворачиваться. Стало в 2 раза больше. Алиса, которая сказала, если хочешь выбраться сюда, скажи мне, сколько цветов оказалось в лесу. Так. Это типа пароль от сейфа, правильно я понимаю? Она так сорвала 10 цветов и сделала букет. Хорошо, если было 1000, правильно, то осталось сколько? 990. Их стало 2 раза больше. Хорошо. Окей, это мы запомним. Угу. Окей, потом осмотрим. Так, недавно постиранная дорогая одежда. Все? На этом все? Либо что-то есть еще. Ага, вот еще. Цепной замок сломан. Если Мишель говорил, что порвал цепочку на двери, чтобы попасть в купе. Так, как убийца попал в купе?
Ну как-то ж, наверное, ж попал. Так, давай посмотрим. Окно. Выберите два элемента, которые указывают на то, как убийца мог покинуть купе. Но он мог сделать вот так. И вот так. Чпуньк. Да. Так, убийца мог выйти через дверь, ведущую в смежное купе. Так, она была закрыта на щеколду. Ну, самое интересное, в принципе, как говорится, это как его... Я-то знаю, кто был убийца. Но, увы, как говорится, не могу рассказать. Потому что заспойлеру сразу игру. Так, выберите два элемента, которые указывают на то, как убийца... Так, убийца мог выйти через дверь, ведущую в смежное купе, так как она была закрыта на щеколду. Так, вот делаем вот так, да. Хорошо. И делаем с вами вот так. Все, вернулся, хотел выбраться из купе через окно на следующей станции, однако пояс так до нее и не дошел. Завершить. Думаю, убийца сбежал через купе, мадам. Так, через купе, мадам. Сейчас, ребята, одну секундочку. Одну секундочку. Так, это мы ставим, отсюда выходим. Так, а ну, если... 1980. Да, все правильно. Загадка была, как говорится, разгадана верно. Ну. Ля, так, доктор, а выйди, мне нужно осмотреться здесь одному. Так, очень необычное письмо. Так, тебе воздастся за каждого человека, которому ты причинил вред, твоя смерть близка. Мы никогда не забудем. Хорошо, отлично. Бабосики. Неудивительно, ну да. Ничего, неплохая такая котлета. Так, доктор, если будешь молчать, то поделим котлету, как говорится, пополам. Так, не, открой. А, место встречи на обратной стороне открытки. Инициалы АВ. А, все, пропусти, да. Давай выйдем. Так, кто тут? Так, у Рэчета была назначена встреча, на которую... На которую он шел, на которую он теперь не явится. Ну да, согласен. Ну, в принципе, все. По идее, мы с вами закончили. Так, восстановить события. Давайте восстановим события. Так, сначала... Рэтчет. Вот так вот. Снотворное подмешал, он выпил, да. Потом в сейфе было найдено письмо с угрозами Рэтчета. Потом вот так вот. Но. Ага, потом. Ага, вот пистолет и письмо, да, правильно. Все, а потом уже были разбиты часы. Так, вот так вот. No? А если вот так? Хорошо. Ну все, ну не кричи на меня. Е, бэйби. Все. Так, Рэтчет хотел быть настороже, однако принял снотворное. Так, боялся за свою жизнь. Вряд ли стал принимать снотворное. Вуаля.
Так, работники Рэчета. Где он? Где он? Где он? По-моему, вот этот, да? Не, погоди. Погоди, рано. Я не помню, кто у него был в помощниках. Так, мы здесь все осмотрели. Либо не все. Так, в мусорной корзине Рэчета лежала разорванная фотография мягкой игрушки. Ага, это не то. Так, работники Рэчета. Так, лиц осталось идентифицировано 2 штуки. Ну, давай этих. Да? Правильно? Так, мои серые клеточки меня не подвели. Хорошо. Давай смотреть дальше. Расспросить секретаря. Так, нужно расспросить Рэчета. Хорошо. Он в купе 102. Этот в купе 103, да? Нужно расспросить. Камера Дина. Хорошо. Идемте тогда отсюда. Здесь мы, в принципе, не стоит уходить, пока не закончу осматривать место преступления. Так, мы же вроде все уже осмотрели с тобой, либо нет. Либо я что-то упускаю. Скажи, пожалуйста, что я здесь упускаю? Так, доктор, хорошо. Так, не стоит уходить. И что я упустил? Так, Рэчет и снотворное. Да, вроде бы ничего. Так. Ну, это мягкая игрушка, хорошо. Угу. Я так и не понял. Но открыть сейф мы открыли. И вроде бы все здесь и закончили. Либо... Это 102. Рэчет и снотворное. Но все правильно, да. Фотография мягкой игрушки. Без понятия. Ладно, давай еще раз посмотрим. Мало ли, может, я что-то упустил. Так. Тут что-то посветилось или не, или меня глюкнуло? Либо меня глюкануло. Так, я даже не знаю. Но это мы видели, да, это мы тоже видели. Так, здесь тоже. Ну, алло, игра, подскажи мне, здесь тоже ничего нету, что я упускаю, снотворная, игрушка, сейф, усища, так, усища красиво, он надо, согласен, может, реально что-то упускаю? Так, здесь можем что-то посмотреть? Нет, не можем. Здесь мы смотрели. А здесь тоже. Ну и все. Бабосики. Баблосики. Угу. Так, бочонок со снотворным. Так, мне не стоит уходить, а я не знаю чего. Ну, мы вроде бы сделали все, что от нас требовалось, правильно? Либо что это такое? Так, два человека могли видеть, как убийца покинул купе. Кто они? Доктор Константин.
эти? Ага, думаю, неправильно. Хорошо, если сделать так. А, погоди, мог, во-первых, этот сделать и это, да? Думай, Пуаро, хорошо. Окей, тогда ты. А, вот это вот мадама была здесь. Да, во, все, туплю, ребят. Записываю, как говорится, поздно. Так что могу тупить. Ну все, отлично. Давай дальше смотреть. Расспросить миссис. Так, думаю, на данный момент я здесь все осмотрел. Надеюсь, вы закончите свой анализ. Я подготовлю для вас более подробный отчет, как только смогу. Хорошо, пойдем опрашивать других. Ну что, Пуаро, вам удалось что-нибудь выяснить? Еще рано доставать наручники, друг мой. Пусть даже делом занимается Элькюр Пуаро. Не переживайте, я думаю, убийца больше никого не тронет. Его цель был миссис Рэтчет, я уверен в этом. Так, алиби, скажите, Бук, как вы провели прошлую ночь? Надеюсь, вы шутите? Вы что, не доверите своему старому другу? Успокойтесь, друг мой. Ваша история нужна мне для того, чтобы утвердить показания других. А, разумеется. Дайте подумать. После ужина я отправился в свое купе. Доктор Константин был уже там. Мы поговорили о его карьере. Знаете, после университета он вернулся на родину и многое сделал ради ее блага. Восточный экспресс очаровал его. Я рассказал ему все занятные истории. Не знаю точно, когда мы отошли ко сну, но это была глубокой ночью. Но вот что мне удалось установить. Миссис Рэтчет нанесли множество колотых ран. Также нашел письма с угрозами его в сейфе. Под подушкой у него был заряженный пистолет, так что он явно был на стороже и готовился к нападению. Кроме того, в купе был пустой стакан с белыми осадком на дне. Подозреваю, это следы барбитуратов. Возможно, его заставили их принять. Кто бы и не был, я уверен, что он потерял сознание. Так. Также на месте этого преступления нашел некоторые предметы, которые могут связать нас с убийцей. Конечно, Пуаро. Поспешите. Я еще нашел там жидкость для электронной сигареты. Но не саму сигарету. Возможно, ее бронил убийца. Да, он настоящий профан. Но нет, он не профан. Мне нужен список пассажиров с номерами их купе. Он есть у Пьер Мишель. И мне нужно побеседовать с другими пассажирами. Если я вам понадоблюсь, ищите меня там, где-то там. Так, надеюсь, помощь скоро подоспеет. Так, список пассажиров. А он находится у тебя, по-моему, да? Только давай сначала поговорим с мадмуазель. Доброе утро, мадам. Меня зовут Эркуль Пуаро. Чем могу помочь, мистер Пуаро? У меня плохие новости. По самотухе я уже понял, что что-то случилось. Мадам Хабар, боюсь, вашего соседа вчера убили прошлой ночью. Господи, я знала, я так и знала. Хочу задавать несколько вопросов, но позвольте сперва осмотреть ваше купе. Да, конечно, прошу. Так, профессия. Контролер, лучше выходи. Так. Горничная. Канатка. Домохозяйка. Американка. Ва. Я снова прав. Ну, конечно, мы исключили все варианты, ребят. Да, говорится, исключили все варианты, так что легко быть детективом. Ой, не смотри на меня так. Так, пуговица от пиджака с логотипом Восточного экспресса. Ты чё, падла, пуговички воруешь, да? Полиция, задержать ее.
Так. Эта дверь ведет в купе мистера Ричета. С этой стороны она была закрыта. Хорошо, хорошо. Что тебе? Ах ты, падла, ты кроме пуговок еще мои усы еще украла, да? Ну все. Расстрелять. Так, прошлая ночь. Мадам, расскажите, что прошло прошлой ночью. Убийца был прямо здесь, в моем купе. Я проснулась. Было темным темно. Было так страшно, что я не могла даже вскрикнуть. Я нажала кнопку вызова, нажимала снова и снова. Услышала, как кто-то бежит по коридору, затем стук в дверь. Я прокричала: заходите, и тут же включила свет. Вы не поверите, в купе не было ни души. Думаете, убийца вернулся в другое купе? Откуда мне знать? Я сидела крепко, зажмурившись, поэтому... А потом в купе кто-то зашел и рассказала ему, что случилось, но, кажется, он мне не поверил. Я просила его посмотреть купе, но он ничего не нашел. И тогда я сказала ему проверить дверь между купе. Оказалось, что она была не заперта. Я решила не тянуть с этим. Велела ему сейчас запереть ее. Врешь, собака? Почему вы не заперли дверь между купе сразу же? Я заперла ее. Помню, я попросила ту шведку. Ольсон, Грету, посмотреть, заперта ли дверь. Она сказала, что да. Почему вы сами не проверили? Я уже была в постели, и моя косметика... Так, висела что-то там. Во сколько вы просили ее проверить, заперта ли дверь? О, около 10:30 или 10:45 вечера. Она хотела спросить, нет ли у меня аспирина, но вместо этого... Так, открыла дверь мистера Рещина. Он сказал, что-то грубое. Нет уж, дамочка, вы для меня староваты. Она была в шоке. Я сказал ей, что аспирин в моей косметичке. И она достала его, не бедняжка, плохая у нее выдалась ночь. То же самое можно сказать о мистере Ричете. Похоже, мадемуазель Ольсен последняя видела Ричета до его гибели. Фу, какой же быстрый диалог у них здесь происходит. Так, платок с высокой буквой Х. Это ваш платок? Нет, что вы. На ней вышита буква Х, как на вашей фамилии. Ну и что, он не мой. Так. Угу. Окей. Вы курите? Нет, конечно, отвратительная привычка. Я нашел на вашем столе пуговицу. Она явно принадлежит кому-то из персонала. Кому-то из персонала, на ней логотип Восточного Экспресса. Неудивительно, прошлой ночью ко мне заходил проводник, но к столу не подходил. Так, как бы этого не было, стоит поголодать, что на всякий случай взглянул на его пиджак, что это типа не он. Я еще не закончил осматривать ваше купе, если не возражаете. Так, что я должен осмотреть, ага. Так, роскошь Восточного Экспресса видна в каждой детали. Сумочка. Ну? Это эскейп? Нет, нет, это не эскейп. Где у меня эскейп? Алло, что мне нужно сделать? А, эскейп, подобрать, все. Понял, туплю, я же говорю. Туплю, записываю поздно ночью. Так, посмотрим, говорила ли миссис Хорд правду. Чеколдия на двери между купе. Так, что делать? Так, думаю, мисс... Харбард повесила свою косметичку на этот крючок. Я прикосновишу щеколду отсюда, даже если косметичка висела на крючке. Нужно пояснить этот вопрос. Прояснить этот вопрос с миссис Вруньей, похитителей чужих пуговичек.
Так, объяснение Шикола. Миссис Хаббард, вы говорили, что дверь между вагонами была заперта, верно? Да, все верно, заперта. Я уже была в постели, и моя косметичка висела на дверном крючке. Так что Шиколду не было видно. Потом я попросила мисс Ольсон проверить, заперта ли дверь. Угу. Да, все верно, заперта, я уже была в постели. Какое из этих предложений содержит ложь? Да, все верно, заперта, я уже была в постели. И моя косметичка висела на дверном крючке, так что Шиколду не было видно. Потом я попросила... Вот, Шиколду не было видно. Уверены, что рассказали все точно, мадам? Конечно, у меня отличная память. Так, Шиколду видно. Я повесил вашу косметичку на дверной крючок. Из вашей постели прекрасно видно Шиколду. Косметичка совершенно не заграждает ее. Вы видите меня во лжи? Может, она застряла в другом положении? Может, я не разглядел ее в темноте? А может, даже не подумала взглянуть на нее, докучливый человек? Подробности важны, мадам. Произошло жестокое убийство. Простите, но я обязан попытаться отделить правду от лжи. Забудьте уже о моей косметичке. Лучше узнать, кто зашел в мое купе. Думаю, это тут... Так, думаю, это кто-то там. Но подозреваю, я с ней все еще не закончил. Так, спасибо за помощь, мадам. Так, обыскать купе есть. Давай смотреть, что там нас ждет еще. Так, все, больше ничего не ждет. Можем спокойно идти. Ага, ну да, нам нужен же список пассажиров будет. Так, месье Мишель, я хотел бы задать вам несколько вопросов, если вы не возражаете. Я к вашим услугам. Сперва расскажите о себе. Что ж, к вам уже известно, меня зовут Пьер Мишель. Я родом из Кале. Я работаю здесь уже больше 15 лет. Спасибо. Так, контролер. Больше 15 лет, я уверен, ему 57. Блин. Француз. Во. Изи. Ох ты, ё, сколько сейчас будет тут текста, ребят. Ну что, все готовы? Да, капитан. Поехали. Список пассажиров. Можете дать мне список пассажиров с указанными их купе? Да, конечно. Так, спасибо. R читать. Добби. Добби свободен. Так, Добби. Добби Харрис, 202. Ага, 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 хорошо. Курение. Вы курите? Да. Электронные сигареты? Нет, только обычные. Мне хотелось бы воссоздать события прошлой ночи с вашей помощью. Когда месье Ричард зашел ко сну. Почти сразу же после ужина, сэр, до того, как мы покинули Белград. Кто-нибудь заходил в его купе после этого? Его камердинер, месье. А следом за ним его секретарь, молодой американец, мистер Маквин. И после этого вы не видели мистера Ричарда? Нет, совсем не. Не совсем так, месье... Позвонил в колокольчик, который после остановки я послушал к нему, но он ответил по-французски «Не беспокоить». После этого я подошел к другому пассажиру, который зазвонил. Так, местонахождение в час 15. Где вы были в час 15 ночи? Я сидел на своем стульчике в конце вагона, лицом к коридору. Но вы уверены? В час небольшим я дошел, чтобы обсудить снегопад с моим коллегой Жаном в вагоне Барри. Я вернулся, когда зазвонил другой пассажир. Помню, мы с вами пересеклись. Да, верно, продолжайте. Звонила американка, мадам Хаббард. Ей показалось, что она заметила какого-то мужика около часа 15. Я подготовил постель для мистера Маквина. Он провел вечер за беседой с англичанином капитаном Эрбентом. До часа ночи я вернулся на свое место и оставался там до рассвета. Ля, я даже почти все успел просчитать.
Так, последняя станция. Где мы остановились последний раз? Виконский, могли кто-то сесть в поезд там? Возможно, я был очень занят. Из-за погоды мы задерживались на несколько минут. Мы отошли от станции 12:10 ночи. Так, пуговка. Я нашел пуговку. Вы случайно не теряли ее? Нет, миссия. Как вы можете видеть, все мои пуговицы на месте. Это чья-то еще. Но не моя. Хорошо, хорошо. Передвижение месье Мишеля. Давайте смотреть. Так, 1:22. Так. Остался на своем месте. Поезд останавливается из-за снежных заносов, да? Вот так. Так. Я не помню, если честно, я реально не помню, что там и как там оно. Но. Так, а если мы поменяемся? Так, что-то поезд останавливается из-за снежных заносов, миссия. Курит на платформе на станции, правильно? Но. Хорошо. Вот так вот. Так, это нельзя убрать, да? Блин, я не хочу думать. Я хочу... Хочу, чтобы за меня кто-то подумал. Так. Угу. Направляется вагон к бару. Так. А если мы сделаем вот так вот? Угу. Ага, и вот так. Ну? Все, нужно, как говорится, заканчивать с этим и ложиться в спадки. Хорошо. Если мы... Ладно, давай заново. Так, миссис Мишель готовит постель для мистера Маккуина. Остается на своем месте до утра, значит, здесь. Так, Хаббл вызывает миссис Мишель, затем он говорит со мной. Вот так, да? Угу. Ну, вот так вот. Вот так. Оно. Хорошо, ну вот эти были, вот эти два правильных было. Так, кто ты? Поезд останавливается, Миша. В поезде, который... А может вот так вот? А может и нет. Во, все, правильно. Это достойно лайка. Все. Арши справился. Так, выберите два элемента, которые помогут понять, как убийца смог не попасться на глаза. Вышел покурить. Вот так? Ну? No. Так, хорошо, в полночь миссия Мишель стоит на платформе на станции, ага. Поезд справляется, это так, миссия нет на посту. Сейчас до двух? Нет? Так. Час 15. Сейчас... О, ну, по-любому где-то вот так должно быть. Почему, если типа часы? Ну. Алло, игра. Ну, в любом случае, правильно. Во, вот так вот. Так, убийца воспользуется отсутствием Мишлена. Ага. Все. Пока месье Мишель разговаривал, форшером вагон между часом двумя ночи.
Убийца мог покинуть купе незаметным. Вуаля. Так, давай смотреть. Так, зрение позволит вам делать собственные выводы. Миссис Хаббард, подозреваемая, да. Кажется, это верное направление. Хорошо. Месье Мишель, подозреваемый. Ну, как бы... Ну, по логике, да, оно... Так, ну что ж. Я выбираю этот путь. Хорошо. Хорошо, все, выходим. Все, все правильно. Можем двигаться дальше. Ну, по логике, если он выходил курить, то он не может быть подозреваемым. Правильно? Правильно. Так что давайте двигаться дальше. Так, давайте смотреть. Могу с вами разговаривать? Нет, не могу. А с вами тоже. Хорошо. С вами разговаривал. Так, итак, Поро, надеюсь, ваше расследование продвигается. Я еще не закончил, но продвигается. У меня еще нет ответов. На многие вопросы буду держать вас в курсе. Так, а если еще раз поговорю с тобой? Понял. А у меня нету. Нету. Хорошо. Так, мы с тобой разговаривали. Осторожнее немножко. Ложечками не раскидываются. Так. А куда мы с вами идем? В ресторан, да? А зачем? А я без понятия. Ладно, давайте пройдемся, давайте посмотрим. Что у нас тут? Ага, они тут готовят. Могу ли я с шеф-поварами поговорить? Нет, не могу. Зато могу пройти к холодильнику. Падла, не могу тоже. Ля, усища мои. Еще один восхитительно. Так, а здесь закрыто. А погоди, а куда я направляюсь? Что мне нужно делать? Так, давайте увеличим немножко. Мне ж нужно искать убийцу. Так, мне нужно искать убийцу. Хорошо, если... сделать, да. По имеющим у меня сведениям, это самый вероятный вариант. Все. Так, кто убийца? Как убийца покинул купе? Хорошо. Так, ты кто? Так, убийца вошел через соседнее купе, в котором едет миссис Хаббард. Это был единственный возможный способ, но... Окей, окей. Выйти могу? Нет, не могу. Ладно. А бежать? Тоже не могу, да? Так, поезд так и не тронулся. Серьезно? А как ты понял? Мне просто интересно. Так, давайте, наверное, вернемся в купе. Ну, я думаю, тут нету смысла останавливаться, правильно? Идемте дальше. Так, с тобой могу поговорить? Нет, не могу. А с тобой? Тоже. Хорошо. Ребята, может, просто скажу, кто убийца, и все, и мы на этом закончим. Я пойду басечки. Как вам такая идейка? Как вариант. Так, 204. Ага. Привет, а ты все тут еще сидишь, да? Хорошо. 203. А ты все любуешься, да, на него? Понял. Ну смотри, я пересчитал пачку денег там, что лежит. Попробуй хотя бы, чтобы цент пропал. Так, ну это наша комната. Так, я предлагаю намылить наше усище. Либо что это такое? Помадка. Напомадить наше усище.
и продолжить наше расследование. Только куда нам нужно, я так и не понял. О, мы можем сюда пройти. Прикольно. Так, 107, хорошо. Честно, без понятия, куда я сейчас иду. Что это такое? 103. А, вот куда я иду, понял. Месье Эдвард, верно? Позвольте задавать вам несколько вопросов. Я едва мог говорить, зуб разболелся. Пользуюсь, доктор. Возможно, мне не нужен доктор. Я пользуюсь эфирными маслами. Если бы вы нашли флакон воздичного масла в моем купе, я был бы очень благодарен. Хорошо, я помогу вам, если вы настаиваете. Сам ищи. Понял? Я месье Пуаро Бэтмен. Капитан месье Пуаро Бэтмен. А ты мне вот это вот начинаешь мне рассказывать. Так, что нам нужно, открыть? Я открыл. Не? Погоди. Дай открыть. Во, миндаль. Судя по запаху, на другие флаконы пришлось... Нужно что-то разобраться. Теперь нужно... Так, в каком флаконе место... Держит масло. I don't know. Так. Весы залиты маслом жожоба. Они бесполезны, да? А, можно использовать эти старые весы. Хорошо. Так, давай смотреть. А что нам нужно? Ой, я забыл, какое масло нам нужно. Миндальное, да, по-моему? Какое тебе масло надо, алло? Как же больно. Погоди, какое масло ему надо? Миндальное или какое? Потому что сейчас я затуплю. Так, забываю боль. Ага, за гвоздичное масло, все. Гвоздика. Так, гвоздика 7 миллиметров. А, миллилитров, да, миллиметров. Так, жижоба. Так, 7 миллиметров, миллилитров. Для начала нужно расставить флаконы по возрастанию веса. Окей, так. Чпоньк. Давай сюда. Так, ну, лимон 24 миллилитра, правильно я понимаю? Это типа он самый тяжелый у нас будет. Да. Короче, это у нас лимон 24. Хорошо. Тогда у нас он будет первым. Теперь нужно найти 18. Я правильно все делаю? Или нет? Нужно найти 18. Так. А где тут показывается 18? Жижоба 18 и лаванда 18. Так, они должны быть одинаковыми. По идее, они должны быть одинаковыми. Так, ну. А если эти два флакончика? Ну, где оно? Алло. Ира. Ну правильно же, 18-18, они же должны же быть как-то одинаково. Чё оно вообще перестало двигаться? Так, а если
убрать так и поставить вот так. Угу. Угу. Я ничего не понимаю, честно. Вообще ничего не понимаю. Пожалуйста, дай мне одинаковое. Блин, ну первое это у нас 24, лимон. Синий это лимон. Правильно. И как-то надо и переставить. Так, все. Не, неправильно. Если мы переставлять будем так, это не поможет. Так. 5,2. Ну и как мне понять? Я просто не вижу, где здесь находится этот, как его... Писы. Т подсказка. Т. Так, чтобы открыть подсказку, нажмите Space. Так, кажется, масло Инланд. Иланг. Иланга. О, флаконе с черной крышкой. Так. Порядок. Синий, желтый, красный, зеленый, черный. Синий, желтый, красный, зеленый, черный. Синий, желтый, красный, зеленый и черный. Ну все, да, все правильно. Все, ребят, ну так будет. Так, с порядком разобрались. И теперь легко будет понять, в каком флаконе гвоздичное масло. Ну тут 6, а тут всего лишь 5. Вот, все. Вот оно. Да, без подсказки я долго, наверное, сидел бы, тупил бы. Так что, хорошо, что здесь есть подсказка. На, возьми. Вот ваше лекарство, надеюсь, оно вам поможет. Благодарю вас, сэр. Теперь говорить уже не так больно. Я готов ответить на ваши вопросы. Вы командир? Да, сэр. Все верно. Вам сказали об убийстве вашего нанимателя? Да, сэр. Это просто ужасно. Так, врач, секретарь, 39, швейцарец. Швейцарец. Не? Канадец? Секретарь. А, камердинер, ё-моё. Во. Да. Так, давайте, ночь убийства. В котором часу вы последний раз видели мистера Ричета? Около 9 вечера, сэр, может немного позже. Я лег в постель около 22:30 примерно в то же время, что и мой сосед по купе, мистер Фаскарелли. Он почти сразу начал храпеть. Чем вы занимались после? Читал, сэр. Довольно долго пытался приглушить зубную боль. Гвоздичное масло и слушать храп. Вы слышали что-нибудь ночью? Да, храп моего соседа по купе. Вы курите? Да, сэр. Время от времени позволяю себе сигареты, чтобы расслабиться. Расскажите о своем нанимателе. Я работал на него 9 месяцев. Не хочу плохо говорить о покойном. Но его нельзя называть джентльменом, сэр. Вы знали, что у него были враги? Да, сэр. Я слышал, как он обсуждал с мистером Маккулином. Он сказал вам о них. Он читал письмо, когда я зашел к нему. Спросил. Так, что-то там принес. Я сообщил ему о письме. Рассмеялся, сэр. Да вы шутите, нисколько, сэр. Простите, я вижу, что вам не до шуток. Ричард принимал снотворное? Каждый раз, когда путешествовал поездом, сэр, говорил, что иначе заснуть не может. Эту ночь он попросил 2 таблетки, что я и сделал, а еще подал стакан воды.
Демон растворил таблетку в еде, или пил ли он из стакана? Нет, сэр, я ушел после того, как дал ему таблетки. Ричард курил? Нет. Так, можете повторить, зачем вы дали снотворное месье Ричарду? Да, я дал ему снотворное, потому что ему плохо спится, когда он путешествовал поездом. Письмо должно быть его... Он сам попросил у меня таблетки, я не видел, пил он стакан, а не пил, в котором было снотворное. Так, ему плохо спится, когда он путешествует поездом. Письмо должно быть его беспокоило. Он сам попросил дать ему таблетку. Месье, мне кажется, вы лжете. Что? Почему это? Так, ежедневник. Пистолет. Он получал письма с угрозами. И одно, судя по всему, пришло ему прошлой ночью. Вы знали, что он держал пистолет под подушкой? И даже попросил меня о помощи? Мне кажется странным, что он попросил у вас снотворное. Хотя опасался за свою жизнь и был готов защищать ее. Но не знаю, может, он хотел успокоиться или просто по привычке. Слишком это ж подозрительно. Постойте, может, мистер Ричард попросил меня подготовить снотворное? Но по какой-то причине не собрался его пить? Возможно, но я обращаю особое внимание на поведение людей, месье. И ваш писатель мистер Ричард не соответствует моим впечатлениям о нем. Простите, у меня опять разболелся зубик. Боюсь, в этот раз вам придется искать воздушное масло самому. Ой, врушка. Врушка-брехушка ты. Давайте у него масло заберем. Чтобы не врал нам. Бонжур. Донде стали библиотеки? Полагаю, вы месье Гектор. Каюсь, виноват. Прошу прощения. Ой, извините, это такое выражение. Мой отец так говорил. Похоже, у вас было интересное детство. Меня зовут Эркуль Пуаро. Не скромничайте, вы знаменитый детектив. Вы секретарь мистера Ричарда? Да, я работаю с его секретарем большей части. Я перевожу для него бумаги. Он не знает английский. У меня для вас шокирующая новость. Ваш наниматель, мистер Ричард, мертв. Значит, до него все-таки... О чем? Вы считаете, что его убили? Я знаю, что его убили. Значит, до него все-таки что-то там достали, наверное, я не знаю. Что вы можете рассказать о мистере Ричарде? Он родом из Америки, торговал антиквариатом, больше мне ничего не известно. Мистер Ричард не рассказал о себе и о своей жизни. Но думаю, что Ричард — это псевдоним. А из США он ехал, пытаясь сбежать от чего-то или от кого-то. Вот так вот, ему начали приходить письма с угрозами. Они при вас? Одно из них. Вы знали, что мистер Ричард попросил меня помощи? У вас? Нет, не знал. Он знал, что ему грозит опасность, когда вы видели с ним последний раз. Около 10 вечера, кажется. Вам нравится ваш наниматель, месье МакКуин? Нет, не нравится. Уверен, он был жестоким и опасным человеком. Так, вы курите? Да, сигареты. Пытаюсь сбросить, но все не выходит. В сейфе месье Ричарда был дневник. Вы знали о нем? Я вел записи о его деловых встречах, но помню, у него действительно был дневник. Похоже, это он. Скажите, где вы были прошлой ночью? Я вернулся в свое купе. Немного почитал. Вышел на платформу покурить, но было слишком холодно, так что я быстро вернулся. Потом подошел в купе мистера Ричарда, запись для него, кое-что. Ушел к 10 часов. Так, мы пересели с капитаном, зашли в мое купе побеседовать. Потом вышли на платформу размять ноги. Когда оставались, виканский капитан ушел 2 часа. Спасибо. Нужно поговорить с капитаном и проверить капитания месье МакКуина. Так, письмо с угрозами. Можете дать мне письмо? Конечно, прошу. Так, угроза убийством.
Так, где у нас Р? Вот, угроза убийства. Серьезно, это... это письмо? Угроза убийства. Ладно. А Рэтчет курил? Нет, ему был противный запах дыма. Хорошо, хорошо. Так. Рэтчет говорил с месье Мишелем. Так. Предположительно, в ночь убийства Рэтчет говорит... говорил по-французски. Скорее всего, говорил только по-английски. Угу. Это так? На-на-на. А если так? Так, а значит вот так. No. Хорошо, хорошо. Так, а здесь Рэтчет вызвал месье Мишеля 037. А если вот так два сделать? Во. Хорошо. No. Во. Убийца создал впечатление, что в 0037 Рэтчет был еще жив. Возможно, убийца решил выдать себя за Рэтчета и позвал месье Мишеля, чтобы создать впечатление, что он еще был жив. Вуаля, Рэтчет принимает снотворное, убийца входит в купе, стреляет в него из пистолета, прячет оружие под подушку, обставляет все так, словно это убийство на почве страсти. Так, Рэтчет принимает снотворное, убийца входит в купе, Рэтчет наносит ему удары ножом, вызывает месье Мишеля, чтобы создать впечатление, что Рэтчет все еще жив, открывает окно, чтобы покинуть купе, на поезд застревает с него, ждет, когда месье Мишель отучится, чтобы покинуть купе. Убийство в купе Рэтчет наносит ему удар ножом, вызывает месье, чтобы создать впечатление через открытое окно, через вот это вот, наверное. И снова прав, как обычно. Так, еще две загадки, да? Или сколько там? Так. Это оно? Так, нужно рассказать о ходе расследования мистеру Буку. Так, а мистер Бук у нас, по-моему, с вами сидит в этом, как его, в вагоне-ресторане. Так, пошли, мистер Бук. Вот это у нас такой бег. Вот это мы идем спокойно. Вот это мы бежим. Та ты шаля. Усища просто и волосики назад. От такого... от такого ветра. Так, где наш мистер Бук? Бонжур. Ну что, мой друг, вам удалось найти убийцу? Еще нет, но я готов поделиться с вами тем, что я узнал. Прошу. Убийца мог пробраться в поезд. Так, в форме проводника зайти в комнату Рэтчета и убить его. После он вышел через дверь в купе мадам Хаббард, где у него оторвалась пуговица пиджака. Ему пришлось ждать, пока месье Мишель не покинет свой пост. Но он выждал слишком долго, поезд отошел от станции, и убийца оказался заперт здесь. Верно. Он открыл окно, чтобы сделать вид, что сбежал через него. Однако, если бы он покинул поезд, когда тот встал из-за снегопада, на снегу остались бы следы. Убийца до сих пор среди нас, на этом поезде.
Так, что там еще такое? Пассажиры все утро жалуются, что дверь у них закрыта. Я прошел посмотреть, постучался, но никто не ответил. Я решил не открывать дверь, пока не сообщу вам. Правильно сделаем еще, Мишель. Ведите. Я открою дверь универсальным ключом. Кто это? Она жива? Еще дышит. Раз она жива, не значит ли, что это наш убийца? Это друг мой, нам и предстоит выяснить. Так. Это билет. Билет на имя Джоанны Лук, купе 105. Хорошо. Мисс, вы слышите меня? Угу. Она дышит, пульс ровный, следов борьбы не видно. Эта женщина спит и крепко. Так, она жива. Она крепко спит. Учитывая ее местоположение, предположил, чтобы она дурманена. Ее принесли сюда. Что ж, хотя бы в моем поезде не совершили еще одного убийства. Так, разумеется, поезд полон. Месье, в списке, который я вам дал, указано, что Шмидт есть соседка. Нужно будет поговорить с ней позже. А пока что сосредоточиться на этой таинственной девушке. Давайте вернем ее в постель, там ей будет куда удобнее. Отличная мысль. Пьер, узнай, в каком она купе едет. Позови доктора. Да, сэр. После этого я задам ей пару вопросов. Расскажи обо всем, что выясните. Мадемуазель Люкс ехала в 105-м купе. Предлагаю вернуть ее в постель, там ей будет куда удобнее. Да уж, надеюсь, она скоро проснется.